Здравствуйте, дорогие мои зрители! Здравствуйте, новые посетители моего канала! Я приветствую вас! Меня зовут Оксана Перуцкая, и это мой канал «Рукоделие». Сегодня я решила вспомнить об одной своей прошлой работе, которую я нашла вот в этом журнале. Сейчас я вам покажу его обложку. Это журнал «Сабрина», третий номер за 2010 год. Сегодня эта модель при случайном перелистывании журнала вдруг попалась мне на глаза, и я вспомнила, что ведь у меня был такой свитерок совсем недавно, каких-то там, может быть, 5 лет назад. Его, к сожалению, уже нет, так чтобы показать на себе, но сохранились некоторые фотографии, поэтому я вам сейчас их продемонстрирую. Вот сейчас на своих экранах вы можете видеть меня в этом свитерке. Я посчитала, что лучше будет одеться не контрастно, поэтому, может быть, сам узор не очень-то хорошо разглядеть, но для этого я и решила поделиться им с вами. Тут мой свитерок был связан из 100% мерсеризованного хлопка, а сейчас у меня в руках чистый бамбук, тонкий бамбук, и я решила показать вам этот узор на очень тонкой, буквально такой нежной, восхитительной пряже. Те из вас, кто вяжет давно, знают, что, вглядевшись в этот узор, его можно легко разгадать, и он действительно вяжется элементарно. Поэтому, если вы хотите уже сейчас такую красоту, но вы начинающая вязальщица и думаете, что, наверное, это вам не под силу, сразу же берите клубок, спицы и приступаем к работе. Итак, вся схема вязания построена на очень простых петельках и легких принципах. Это накид 2 вместе, лицевые и изнаночные петли. Вот эта сеточка, которую вы видите вокруг вот этих милых квадратиков, это сочетание накида 2 вместе. И все наши действия на изнаночной стороне вяжутся, как смотрятся петли. Вы, наверное, уже знаете, что чаще всего накиды вывязываются как изнаночная петля на оборотной стороне вязания. Обычно для этого узора набирается четное количество петелек. Это удобно, потому что когда вы будете переходить на вот эту лицевую гладь в квадратиках, вы должны будете вязать ее вместо накид 2 вместе, накид 2 вместе. То есть четное количество петелек будет у вас под и над каждым квадратиком. Ширину этих квадратов вы должны выбирать сами, а в высоту вы должны, в общем-то, на глаз смотреть, как вам нравится, потому что не всегда, не в любой вязке, скажем, 6 петелек соответствует 6 рядам вверх. Это зависит от выбора спиц и ниток, конечно. В данном конкретном случае у меня 6 петелек в ширину и 8 рядов в высоту. Итак, узор на конкретно моем образце начинается со снятия кромочной петли и провязывания 2 лицевых петелек. Это просто такой кромочный бордюрчик. Дальше, если вы видите, что ваш накид находится вторым по очереди, то значит пора начинать с него. И тогда я делаю накид 2 вместе, накид 2 вместе. Дальше я как раз подошла в этом образце к вывязыванию 6 лицевых петелек, которые будут формировать квадрат. Теперь опять я вижу, что накид у меня является вторым, значит, я все-таки начинаю с него. Накид 2 вместе, накид 2 вместе.
Опять раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь снова накид. Две вместе. Ну и вы заметили, что узор этот повторяется. Сейчас я дойду до конца ряда, затем провяжу изнаночный ряд, как смотрятся петли, накиды вывязываем изнаночными, и покажу вам, как вывязывать дальше, потому что наше вот это вот красивое чередование накидов появляется не само собой. Получаться оно может только если мы правильно здесь соблюдаем чередование накидов. Так, теперь в новом ряду. Если до этого мы с вами делали накид 2 вместе, то после снятия первой петли и провязывания двух крайних мы должны, смотрите, вот здесь накид, значит, сейчас я начинаю не с него. И тогда, видите, дорожка моих петелек 2 вместе идет то влево, то вправо, то влево, то вправо. Поэтому, если у меня вот здесь виднеется накид, значит, я его делаю вторым. То есть мне нужно наклонить эту дорожку вправо. Это обеспечит 2 вместе, накид, 2 вместе, накид. И только тогда у вас будет вот такая красивая чередующаяся дорожка. Если это чередование упустить, то тогда у вас пойдут просто косые линии. И это на данном узоре может быть недостатком. Дальше мы снова провязываем 6 лицевых петелек. И опять я вижу, что у меня следующий накид. Вот он. Значит, я должна сделать 2 вместе, накид, 2 вместе, накид. И так далее. В общем-то, вот и весь узор. Сейчас я провяжу квадратик и дойду до вот этих ажурных полосочек после квадратиков. И покажу, как вывязываются они. Когда вы видите, что квадратик достиг своего необходимого размера, вы начинаете вывязывать промежуточный ажур. Мы снимаем петельку первую, и теперь уже нам не нужно провязывать вот эти две крайние лицевые петельки, потому что они будут появляться только там, где есть квадратики. И посмотрите, здесь важно не ошибиться. Я сейчас посмотрю на ажурную часть моего узора и вижу, что сначала я делала 2 вместе, а потом накид, 2 вместе накид, и затем шел квадратик. Поэтому теперь пришла пора начинать с накида. Накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе. Вы помните, что мы беспокоимся о чередовании накидов и петелек, взятых 2 вместе. И то же самое продолжается на вот территории нашего квадратика. Снова накид 2 вместе, накид 2 вместе, накид 2 вместе. Здесь эта процедура повторяется трижды, потому что у нас 6 петелек. Ну и дальше то же самое. Вот почему важно не сбиться с нашими накидами, потому что когда вы вяжете между квадратами, получается, что вот эта вертикальная дорожка не должна никак прерываться, и она должна получаться однородной. Поэтому следите за тем, когда вы делали накид первым или вторым. До конца ряда мы вяжем абсолютно так же. И если вы начинали с накида, то в конце у вас должно быть обязательно 2 вместе финальным действием. Что это значит? В конце ряда, ну, во-первых, узор подскажет вам, да, что раньше вот был накид вторым, теперь он первый. Мы берем 2 вместе и еще накид и 2 вместе. То есть вы должны, начиная с накида в начале ряда, заканчивать на 2 вместе в конце и затем вяжете кромочную петельку. Второй ажурный промежуточный горизонтальный ряд между нашими квадратиками должен начаться наоборот. Смотрите, с краю у нас был накид. Значит, теперь начало будет 2 вместе. А затем накид, 2 вместе, накид. Смотрите внимательно, следите за своими движениями, и у вас все получится как надо. И, соответственно, в конце ряда, когда мы
прошлый раз вывязывали 2 вместе в самом конце, теперь ваш ряд должен закончиться накидом, а затем идет последняя изнаночная петелька, она же кромочная. Вот конец нашего ряда, накид 2 вместе, накид 2 вместе и обязательно накид. Если вы забываете, нужен он или нет, посмотрите в начало ряда. Видите, вот здесь очень яркая картина. Вот кромочная, затем 2 вместе, а затем накид. Это значит, что последняя петля в нашем ряду перед кромочной должен быть тоже накид. Вот у нас с вами накид и образовался. Мне кажется, что такая ажурная, нежнейшая красота должна быть у каждой из нас в летнем гардеробе, если мы выполняем вещи своими руками. Я только хочу уточнить, что работу эту, поскольку нитки очень тонкие, я выполняла на спицах 1,5. У меня есть вот такие старинные мои спицы. И, конечно, вязать тонкими спицами – это настоящая искусная ювелирная работа, но, как мы с вами видим, результат того стоит. И, конечно, эта вещь, она защитит вас и от прямых солнечных лучей в жаркий полдень, и когда наступит прохлада вечера, она убережет вас и немножечко будет удерживать дневное тепло. Я очень надеюсь, что мой сегодняшний ролик вам понравился. И если вы еще не взяли в руки спицы, немедленно делайте себе чай или кофе, садитесь в удобное креслице или на ваш любимый диванчик и включайте мою аудиокнигу, которая придаст вам настроение, может быть, настроит вас на какой-то лирический лад, или заставит вас задуматься о чем-то важном и интересном в вашей жизни. С вами была Оксана Перуцкая, мой канал «Нитка-ниточка». Я приглашаю вас снова и снова приходить ко мне в гости на канал. Добро пожаловать! Всего вам доброго! До скорых встреч!